утром поплывет обручаться с морем. Где-то вот в этом районе. Для этого его сначала надо подать на Сан-Марко. Сан-Пьетро. Следующая остановка Лидо. Собор Сан-Пьетро. Улыбайтесь, вы в прямом эфире. Перископ запустил? Нет, какой перископ? Я в этом. В Фейсбуке транслирую. В Фейсбуке прямой эфир? Да. Да? Да. Это только для евреев. Специальная функция. Нормальным людям не дают. Вот это вот остановка Сан-Пьетро. Одноименный остров, увековеченный Бродским в стихотворении такого же названия. Психологический портрет товарища. Ну, читай стихотворение. Не, стихотворение это надо, знаешь, вытащить другой телефон, на нем найти стихотворение и читать, а в нем нет ни вообще ничего про остров Сан-Пьетро. В нем все про то, какой туман, как электричество в полдень жгут, как человек выходит за сигаретами и через туман, и через 10 минут возвращается домой по коридору, проложенному его телом в этом тумане. А на самом деле, собственно, остров Сан-Пьетро, он совершенно не этим интересен, но Бродский другую историческую эпоху описывает, не нашу. Но в нашу историческую эпоху остров Сан-Пьетро интересен тем, что это самое немодное и никому нахрен не упавшее в Венеции место, где не хочет селиться никакой иностранец и, естественно, не хочет селиться никакой местный житель, потому что здесь, на всем острове, нету ни одного ресторана, ни одного кафе, ни одного магазина, никаких вообще служб, ни школ, ни детских садов, ни врачей. Ничего тут нет. Тут только живут люди, которые по каким-то причинам живут здесь давно. Как правило, по причинам того, что здесь жили их родители. Вон колокольня Сан-Пьетро уже начала быть видна за этими домами. То есть это выглядит все как такое довольно потерянное и безжизненное место, гиблое, в котором квартиры и отдельные дома
реально продается по 100, по 150 тысяч евро. Именно потому, что не существует давления спроса ни с чьей стороны. Ни молодые венецианцы, задумывающиеся о том, чтобы съехать от родителей или улучшить свои условия в связи с обзаведением с семьей, ни иностранные любители Венеции, никакого спроса на эти квартиры не предъявляют. А в квартирах этих живут бабули. И этим бабулям хочется в дом престарелых. И эти, потому что, как вы понимаете, жить на острове, на котором нет ни одного магазина и вообще никаких удобств, это значит часто мотаться пешком. А почему здесь никто его не откроет? Кого? Магазин? Да. Для этих бабуль? Ты знаешь, в доме Наркомфина много раз пытались открыть кафе. В доме Наркомфина население больше, чем на острове Сан-Пьетро. Ни одно из этих кафе, причем еще это до кризиса все было еще, до Крым наша, да, ни одно из этих кафе там дольше 3 месяцев там не продержалось. Ну, потому что так устроен наш жестокий мир, что если у тебя... Ну, смотри, здесь слышен гул детей, то здесь есть молодежь, можно было бы открыть магазин, кафешечку. Ты можешь себе представить, сколько раз нужно в день ходить в магазин, если тут там 5 семей с детьми, сколько раз в день каждый из них должен сходить в магазин, чтобы сделать ему кассу? Ну почему ты думаешь, что здесь живет только 5 семей с детьми? Ну потому что все остальные люди – это старики и старухи. Да ты просто зайди в любую риэлторскую контору в городе Венеции и скажи, что ты хочешь жить на Сан-Пьетро. На тебя сбегутся смотреть со всей Венеции. А потом предложат тебе отдельный настоящий дом за 100 тысяч, двухэтажный, со собственным причалом. Потому что... Нет, какой магазин? Без магазина. Именно в том и прикол, что без магазина. Вот проект. Коммуны. Вот приход Святого Петра. А прикол этого острова состоит в том, что на протяжении всего времени существования Венеции патриархата, не в смысле, что мужчины главнее женщины, а в смысле патриархата граду католического, религиозного, патриарх жил на этом острове, подальше от светских властей. То есть это был его совершенно его патриарший middle of nowhere. И именно вот отдаленность этого места от города и его движухи, она символизировала независимость церкви от мирских факторов и мирских влияний. И, разумеется, с этой независимостью покончил все тот же враг человечества по имени Наполеон Бонапарт. Потому что он, когда монастыри-то он закрыл и разогнал, имущество их поотнимал указами 1806 и 1810 годов, а патриарху венецианскому сказал вот ровно то, что вы только что слышали. Кс-кс-кс-кс-кс. То есть Наполеон взял патриарха венецианского за ушко и вытащил его на солнышко. То есть буквально вытащил его на площадь Сан-Марко, в здание, соседнее с собором Сан-Марко, в здание, которое сейчас известно как здание патриархии, и сделал там место официальной резиденции патриарха, а кафедральным собором сделал собор Сан-Марко. И случилось это в 1807 году. А до этого на протяжении примерно 1000 лет находился кафедральный собор Венеции, главный ее собор и место резиденции патриарха находилось именно здесь, на острове Сан-Пьетро, вдали от всей мирской суеты Венецианской республики. Было здесь далеко, то есть без дела сюда никто не совался, и патриарх здесь чувствовал себя комфортно, и кафедральный собор здесь, в общем, было достаточно бабла и на то, чтобы его нормально и поддерживать, и нормально его и расписать. И ты все прямой эфир говоришь. Да, разумеется. Ну, смотрит 109 человек, а потом, когда закончим, выяснится, что в общей сложности там смотрело какое-то количество, сотен или тысяч. А потом, если он нормально сохранится, то люди будут
долго его досматривать, комментировать, шарить и делиться своими соображениями о Венеции. Или не о Венеции. Так тоже случается, когда заговариваешь о Венеции, выясняется, что некоторых людей наводит на совершенно другие мысли. Вот такие вот у нас сумерки. Сумерки довольно прохладные. И судя по облакам, которые мы видели над горами к северу от нас, завтра может не повториться райская погода последних трех дней. Хотя на самом деле облака с дождем обещаны только в понедельник. Но обещание вещь такая. Да, мы вот тут вот прошли, поскольку я увлекся, поскольку темнота, мы прошли мимо засечки, на которой показывается уровень воды во время последнего наводнения 4 ноября 1966 года. Там уровень довольно впечатляющий, то есть мне примерно был бы по горло, уже с учетом этой мостовой, по которой я иду. 66-го года наводнение было самое многоводное. Вот здесь вот Кастелло, это тот берег, то есть, в смысле, тот берег относительно острова Сан-Пьетро. Вот такие улицы, понимаете, почему люди не мечтают провести здесь жизнь. Интересно, выживет ли эту прогулку наша мобильная связь. Но, видите, на резкость наводиться уже телефон расхотел. Не знаю почему. Надеюсь, что он сосредоточится, когда мы дойдем до собора, потому что зря, что ли, мы к нему шли. Архитектор недаром в шее кормил 16 лет на Лемносе. Акустика прекрасна. Да, вот за этим углом, который вы плохо видите, потому что ничего уже, совсем уже ничего не в фокусе. Сейчас попробуем с этим как-то побороться. Например, вот так. Нет, нет, никакой чувствительности. Так, опа, опа. Вот, вот, видите? Резкость. Пьер, пиши, память восстановлена. Вот, видите, появилась резкость. Но выглядит так, что можно было бы, конечно, снимать какую-нибудь очередную экранизацию Зюскинда, Видока или какого-нибудь другого готического хоррора. Но мы уже, видите, вышли почти на лужайку. Почти-почти. На самом деле, это все расстояние, которое мы проходим, это какие-то смешные 150 метров, но в темноте, и когда света в конце туннеля не предвидится, естественно, это выглядит как-то так ужасающе. Вот. Это вот не здание, как кому-то могло бы показаться, в смысле не дом, а это мы просто у подножья колокольни Сан-Пьетро. Вот она, вот она. Опа! Вот это вот колокольня Сан-Пьетро. Как и многие другие колокольни, ну, естественно, с чем-то фамильным гербом, потому что не бесплатно же она построилась. Опять из-за этого сраного фонаря мы не в фокусе, а то бы был бы фамильный герб. У нас вот палладианский фасад. Мне сообщили, что батарейки осталось 10%, поэтому, может быть, палладианский фасад будет последним. Его плохо видно. Что вы здесь увидите. А это от него надо просто отойти на какое-то расстояние. Значит, вот люди, имеющие в Венеции собственную лодку, а это не бог весть какая роскошь, они используют вот эти скамейки, собственно говоря. Муниципалитет о них и заботился, потому что приведением ненужной скамейки. Так вот, люди, у которых есть собственная лодка, они сюда приплывают, они тут швартуются, выгружают коробку со льдом, бухлом и сэндвичами. И вот на этой вот скамеечке они колдырят радостно в любое время суток. А ты думаешь, там людям видно что-то? Там людям до хрена всего видно. Там просто черная копья, их нельзя спросить? В смысле, люди, Илья Александрович интересуется, видно ли вам что-нибудь? Нет, вот здесь тачскрин не работает. Здесь колотиться бесполезно. Нет, ну мне кажется, что палладианские формы можно узнать, даже если я закрою экран черной тряпочкой. Да, товарищи, а почему вы молчите? Вообще не видно.
Нет, если бы им было не видно или не слышно, мы бы имели бы сейчас 97 комментариев, мне не видно и мне не слышно. А людям, очевидно, и видно, и слышно, но, видимо, они заворожены зрелищем Палладианского фасада. Как хорошо ты думаешь о людях. Я вообще презюмирую, что если люди молчат, то это значит очень мудрые люди, прожившие интересную жизнь и извлекшие из нее важные уроки. А вот можно тут поснимать, как живут санпетриане. Вот тут в окнах довольно отчетливо видно, что у них тарелки на стене. То есть это мне отчетливо видно, потому что я не только в экран смотрю. Так, ну что, друзья мои, поскольку батарейка обещала умереть, то давайте бросим прощальный взгляд на Палладианский фасад Сан-Пьетро. Запомним, что есть такой остров, куда надо идти пешком через Виа Гарибальди или плыть на Вапоретто через северную сторону, через Арсенал, через Эспидали и Фундаменты Новы. Посмотрим на колокольню, не увидим ее за деревьями, то есть от слова совсем. Посмотрим на Палладианский фасад, тоже не увидим его, потому что он не влез. Но вот примерно вот так вот он бы выглядел, если бы мы отошли достаточно далеко. Но если бы мы отошли далеко, то раздался бы плюх, и точно не догрузилось бы это видео для последующего просмотра. Поэтому давайте успеем попрощаться, пока еще можно его закачать. Доброго всем вечера, до скорых встреч в Венеции.